Всем доброе утро. Я тут сижу, загружаю видосик. Сейчас быстренько смонтировала его до конца. Ой, спать сегодня хочу ужасно. Вставать не хотелось. Дома дубак. Даяшку уже начала будить, но она все как всегда не встает. Я уже выпила стакан теплой воды, что делаю обязательно каждое утро. У меня каждое утро начинается вот прям обязательно со стакана теплой воды. Сейчас загружу видосик, разбужу до конца Даяшку и пойду жарить блины, которые я должна была пожарить вчера, но мне так стало лень. Еще у меня немножко побаливает горло. Надеюсь. Не очень хочется болеть. Не хочу, не хочу. Давно я, кстати, не болела. Знаете, сильно прям так. Но вот и нет желания. Тем более сейчас, пока снег, можно радоваться, наслаждаться. Боже, я хочу себе уже новый компьютер скорей. Он такой у меня тормоз. Но я его брала уже в БУ. Он у меня без батареи, такой слабенький-слабенький. Когда Даяшка родилась, мой старый сломался, и мне пришлось срочно найти новый. Помню, тогда с финансами было очень туго. И вот я его купила за 50 евро. Да, за 50 мне еще доставили на дом. Подключили, все включили. И вот пользуюсь за 50 евро, знаете. Ой, кошмар какой-то. За 50 евро идеально вообще. Главное, что свое он уже отслужил. Я считаю, пора менять. Ой, что-то встало в горле, и все. Ладно, пошла я до конца будить Даяшку и готовить нам завтрак. Жули-жули, 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 жули-жули. А где мама? Жули-жули, а дай ушки, жули-жули. Стой, подожди. Открой глазки, посмотри, мама видосик снимает. Ку-ку! Завтрак наш готов. Даяна стоит уже, колдует над блинами, кушать хочет. Все, садись на стульчик. У нас с Даяной будут блины с творогом. У меня с творогом, с шоколадом. А Милана будет с карамелью, с джемом. Не знаю, так что будем садиться кушать. И всем, кто кушает, приятного аппетита. Только что заплела ей хвостики первый раз такие. Смотрите, какие классные. Не нравится? Не снимай! Ты что? Не надо снимать. Будем банан кушать? У нас сейчас полдник. Даяшка тут сидит, играет игрушки. Посмотрите, как она складывает по цветам. Класс. Давай мама тебе банан откроет, да? Не хочешь? Ничего не хочешь? Встала такая вся, без настроения. Не хочу, не хочу, ничего не хочу. А я тут жду, пока у меня волосы высохнут. И пойдем потом сходим прогуляемся немножко около дома, когда стемнеет. Потому что у Даяны куртка грязная после вчерашней прогулки. И мы не можем идти никуда, знаете, пока светло. Мне стыдно. Она потому что очень грязная. Я забыла ее постирать. Но ничего страшного. Так. Давай покушаем, я тебе банан открою. И капельки надо запшикать. Я вчера купила витамин D новый. И вот, открывай ротик. Давай, подожди. Сейчас. Давай. Ой, давай еще. Так, давай еще.
Пшикаю два раза, потому что в любом случае какие-то капельки идут мимо. А, так я тоже. Ой. Мне не нравится. Лекарства, сиропы. Просто. Ох, так. А зачем ты вытаскиваешь? Тебе надоело? Нет. На, банан. Кусай. Не хочешь пока? Ну ладно, потом съешь. Я буду тоже сидеть кушать. И потом меня ждет уборка в моей комнате. Какой-то кошмар опять. Кошмар, просто все раскидано. Таяшка опять раскидала. Ну да, и она тоже будет мне помогать. И там у меня на диване опять целая куча, куча белья чистого. Все, давай убираться, наводить порядок. Пошли банан кушать, Даяна. Но хлеб ешь, а банан почему не кушаешь? Вредная я какая. Кушаю. Ты не кушаешь, да? Кричит, я с тобой. Нельзя к Милане. Милана учиться пошла. Даяна, ты что делаешь? Вот надо ей к Милане в комнату ходить, но так как Милана сейчас учится, у нас дистанционное обучение, поэтому в комнату к Даяшке нельзя. Ой, к Даяшке к Милане нельзя. Да и, в принципе, в обычный день ей нельзя заходить, если дверь закрыта. Все равно пошла. Вот жук маленький. А не, я думала, она к Милане. Будешь маме помогать мыть полы? Хочешь мыть полы? Да. Да? Будешь? Да. Ну давай, надо покушать банан и будем мыть полы. Хорошо? Вместе. Такая вот помощница. Что не предложишь, на все соглашается. Все, что связано с уборкой. Смотрите, уже щетку схватила. Будешь пол мыть, надо ее сначала намочить. Будь здорова. Скажи спасибо. Спасибо. Мы убрали всю квартиру, везде у нас чисто, аккуратно. Сейчас Даяшка соберет вот эти штучки, я не знаю, как они правильно называются. Мозаика, да, мозаика, скорее всего. И будем с ней вот такую раскраску раскрашивать. Да? Да. Давай убирай все. Так. Папа не придет. Кто не придет? Нет, бабай не придет, ты же все убираешь. Мы иногда смотрим серию, там где Лунтик, а есть серия с бабаем, там где бабай по типу бабай своровал у Лунтика игрушку. Так, почему она не закрывается? Сейчас я закрою. Эта мозаика, кстати, тоже осталась еще после Миланы. Короче, у нас много вещей после Миланы осталось, особенно игрушек. Так, я поставила, кстати, стол, смотрите, посередине, потому что там все-таки неудобно сидеть, когда там, знаете, двое-трое детей. Ну, или я с Даяшкой сижу, тогда места мало. А тут я могу тут сесть, Даяна там, или я рядом, сбоку. Если будет мешать, просто к стеночке буду двигать, и все. Так, ты неправильно держишь, смотри. Держи вот так, смотри, вот так держи. Вот так. Вот не хочет никак держать правильно. Почему не хочешь? Смотри, как мама держит, смотри. Мама! Что? Вот так держи, как мама.
Держи, как мама, вот так, смотри, видишь? У нас такие толстые карандаши на три угла. Очень удобные. Милана тоже на них училась рисовать. Ну, возьми правильно. Кого детки нашего возраста? Тоже так держите карандаши? Давай я бабочку раскрашу, смотри. Ай, какая бабочка. Держи правильно карандашик. Возьми, как мама, видишь? Вот так держит. Мама, смотри. Давай я тебе покажу, как. Смотри. Наш кит готов. Покажи, какой у нас кит. Ты еще не закончила? Да. Еще чуть-чуть. Еще чуть-чуть? Да. Такой яркий, красочный. Да? Да. О, ой, мои коленочки. Еле встаю. Посмотрите, какой у нас там снегопад. Обалдеть. Даже вдали ничего не видно. Обычно все видно. Красотень. Но мы сегодня решили, да, не гулять даже в темноту, потому что этот снег валит, у меня нет шапки. Капюшон, конечно, можно одеть, но это будет тоже не то. В капюшоне не очень удобно, знаете, по сторонам смотреть. Он сползает на глаза, потому что он довольно-таки объемный. Поэтому сегодня посидим дома, а завтра девчонки уезжают к бабушке на целых 2-3 дня. Там набегаются, там есть где бегать. Да? Ты будешь дальше раскрашивать? Да. А я тогда пойду готовить ужин. Да? Да. Что ты хочешь на ужин? Суп? Нет. Или картошку? Нет. Хочу масленицу. Салат хочешь? Нет. Хочу сами. Салат? Да. Надо идти в магазин. Овощей нет. Ладно, я пошла собираться. Сбегаю быстренько в магазин. Тогда куплю овощей, потому что мне же тоже надо чем-то ужинать. И пойду готовить тогда ужин. Сбегала я быстренько в магазин. Так, купила рисовые галеты, чипсы. Это мне на завтра, когда девчонки уедут. Не на завтра, наверное, на послезавтра. Ну, не знаю, скорее всего, на завтра. Так, салат. Потом такие вот соленые палочки девчонкам в дорогу. Так, подожди, Даяна. Помидоры. Паприка. Яйца. Две пачки. Ой, почему они разные? Странно. Ну ладно. Так, два киндера, но это потом, когда вы покушаете. Сейчас нельзя открывать, только когда Даяна покушает. Так, и купила вот такое мороженое. Оно просто нереально бомбезное было по акции. Сейчас 2,99 в максиме, если вдруг кто-то любит такое. Мне очень-очень нравится. Я буквально недавно его попробовала, и все, прям это моя любовь. Это с кленовым сиропом, с орешками. Так, не открывать. Я сказала после ужина. Так что все, буду убирать. Все. Ой, какой кошмар. И буду готовить салат. Приготовила я ужин. У нас вот такой салат. Оливковое масло, там паприка, помидоры, листья салата, лук-порей. И вот яйца с сыром и галеты. Это Даяшкина порция. Приятного аппетита. Скажи спасибо. Это моя порция. Так что всем, кто кушает, приятного аппетита. Гуляем тут во дворах. Смотрите, какой дом красивый. Он весь украшен. Жалко, что я не могу поближе как-то заснять. Там елочка стоит. Ничего себе. Вот это да. Он еще среди домов больших стоит. Единственный частный дом. А нет, это не елочка, это просто дерево украшено. На каждом окне лампочки, на каждом. Сейчас я обойду, покажу вам там тоже. Даяночка, пойдем сюда, в эту сторону. Я покажу там. Видите, каждое окно, каждое светится. И так со всех сторон. Супер вообще, вот молодцы. Жалко, так не видно, но все равно понятно, что красиво очень.
Мы уже часа полтора гуляем. Я замерзла, как сосулька. Даяночка, пойдем домой. Тебя Милана закопала? Я буду таять без лука и ухоина. Давай, веди теперь ее. Все, давай. Милана... Снега так много навалило. Вообще шикарно. Он еще так метет. Мы уже вернулись домой. Включила девчонка мультик. Как называется? Феи Диснея? Феи Дин-Дин? А, ну ладно. Ссылочку оставлю в описании, как всегда. Пока они будут смотреть, я буду грызть помело и лежать отдыхать. Будем с вами сегодня прощаться. Ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на наш канал. И всем пока-пока. Скажи всем пока. Не скажешь?